Что вы задумали? Что он хочет сделать с камнем? Мне кажется, сейчас и узнаем. Пойми вот что. Гарри нет. Он и симбиот слились воедино. Найду способ спасти. Поздно. Но ты можешь остановить симбиота. Как? Убив носителя. Прошу. Спаси моего сына. Человек-паук, я знаю, ты тоже в курсе того, что происходит. На жителей Нью-Йорка нападают эти твари. Я займусь. Берегите себя. Ему нужен был тот метеорит. Теперь он сможет исцелить мир. Но мы не этого хотели.
Все целы? Советую вам как можно быстрее отправиться по домам. Я думала, что почти. Спасибо тебе. Люди в опасности. Я иду. Автобус. Надо спасти пассажиров от симбиотов. Я разберусь с этими тварями. Оставайтесь в автобусе. Это конец. Вам меня не напугать. Здесь небезопасно. Если вам некуда идти, в пире помогут всем. Может, ты не так уж и плох. Спасибо тебе. Майлз, есть разговор. Это точно. Повсюду появляются гнезда. Высылаю тебе координаты. Понял. Только будь осторожен. Это что-то другое. Гарри, я найду тебя. Найду. Где-то. Нужно встретиться с Майлзом, пока все не стало хуже. Этот-то костюм не из пришельца? Думаю, пришло время мне найти свой стиль. Вариант номер один. Смотрится классно. Что произошло? Гарри забрал метеорит, и я не смог ему помешать. Коннор сказал, его не спасти, остается. Я не могу потерять Гарри. Снова не могу. Я видел, Мэй, у тебя в голове. Ты не виноват, Пит. Она хотела тебя спасти. Спасти всех нас. Она не думала о себе. Даже когда не могла дышать. Мэй, мой отец. Будь они здесь, они бы сказали, перестаньте думать о нас. Лучше помогайте людям. Боритесь. Гарри еще там. И мы пойдем на все, чтобы его вызволить. Излагай план. Разделимся. Так будет быстрее. Ты найди метеорит,
а я зачищу гнездо. Договорились, Человек-паук. Пора начинать. Нужно проверить зараженный небоскреб. Зачищу здесь и пойду дальше. Начнем обратный отсчет. Что, испугался, а? Видно, я нащупал что-то важное, раз ты так защищаешься! Три дома. Ты на
наконец-то там, где твое место. Вот что чувствуют люди, становясь симбиотами. Ты в безопасности. И все, кто тебе дорог, тоже. Голова! Надо найти выход. Зачем тебе уходить? Мы здесь. Оставайся. Ты. Питер. Мы. Мне здесь не место, Гарри! И тебе тоже! Давай, Майлз! Давай! Дай нам исцелить вас. Приведи Питера. Так нельзя, Гарри! Ты же знаешь! Филли? Что ты мне показываешь? Прошу, примкни к нам. Хейли. Пит, я видел метеорит. Он под Гарлемской станцией метро, рядом с мостом. Направляюсь туда! Дождись меня, ладно? Гарри ищет тебя. Я должен помочь Хейли, но дождись, ладно? Эй, постой! Что случилось? Меня засосало в коллективный разум. Было видение метеорита под землей. Но не нравится мне это. Думаешь, Гарри там? Я серьезно, Пит! Дай мне 10 минут! Ты не справишься один! Ладно, звони, как закончишь. Прости, Майлз, не могу терять время! Вот и вход в метро. Майлз наверняка прав. Метеорит там! Надо расчистить этот мост! Всем оставаться в машинах! Я смогу защитить вас! Гарри! Дэном! Я знаю, ты здесь! Ты нас нашел? Да! Я тут, дружище! Помоги! Да, да! Ты держи! Я иду! Лезут из тоннеля метро! Метеорит явно под землей! Дэном! Прошу, ответь мне! Нужно идти под землю! Но не бросать же людей! Времени. Может, нет. Нет, Человек-паук, продолжай! Гарри! Ты слышишь? Я найду тебя! Я иду! Просто лежи! Вот, тоннель метро! Эй, ты добрался до Хейли?
Пока нет! Но ты должен мне еще пару минут! Погоди! Хейли! Нет! Что ты здесь делаешь? Я хотел спасти. Ты потрясающая. Ты так мне нравишься. И я тебе вроде. Можно тебя пригласить? Ну, на свидание. То есть, да? Значит, погуляем. Потом, как все кончится. Пит! Я в пути! Пит! Оставьте сообщение. Привет. Я поговорил с Коннорсом. Он сказал, что исход очевиден. Но ведь это неправда. Гарри, я напортачил. Я наплевал на тебя. На твою мечту. На нашу мечту. Исцелить меня. Прости меня. Майлз, тут нет камня. Нет? Погоди, я уже рядом. Спасибо, что зашел.
Мы хотим кое-что показать. Гарри, что ты? Мы исцелились. Мы свободны. Мы можем освободить других. Но нам нужен ты, Пит. Исцелим мир вместе. Эй, бро! Ответь! Нам надо уходить! Ты в порядке? Надо связаться с МДЖ. Я знаю, где метеорит. МДЖ, нужно встретиться в доме Мэй. Ребята, что происходит? Метеорит, в котором прилетел симбиот. С его помощью он влияет на город. Я знаю, где он. И придется его забрать. Давайте обсудим. Поняла. Увидимся дома. Слушатели, я настоятельно рекомендую вам оставаться дома. Запирайте двери, забивайте окна, никому не доверяйте. Город захвачен огромными и агрессивными щупальцами, появляются... Вот так! Переключитесь на Человека-паука! Сдаются. Еще гнездо. С прошлым было тяжко. Так, вдох, выдох. Я готов. Не сдаваться. Надо спасти людей.
Еще одно гнездо. Будет очень громко. Спасибо, Человек-паук. Ого, ну ничего себе. Народ, если вы слушаете этот подкаст и все еще находитесь на острове Манхэттен, постарайтесь себя обезопасить. Не выходите из здания. Заблокируйте окна, заприте двери. Экстренные службы организуют точечную эвакуацию и оказывают медицинскую помощь. Пир раздает продукты и предметы первой необходимости. Еще гнездо. Будет непросто. Что ж, пошумим немного. Получилось!
Надо бы проверить гнездо и приготовиться к очередной чернухе. Ау? Есть кто-нибудь? Это старое убежище черной кошки. Наведем здесь порядок. Спросить, когда этот подкаст превратился в обзор научной фантастики? А я вам отвечу, когда фантастика стала реальностью. В детстве я зачитывался историями про пришельцев из других миров, которые сеяли хаос на нашей планете, и про могучих героев, которые не сдавались, несмотря ни на что. Мораль в этих историях была простой и четкой. Это было окно из нашей скучной реальности в ужасное, но захватывающие обстоятельства. Все бы отдал сейчас за то, чтобы снова жить в скучной жизни. Но пока из своего окна я вижу город, охваченный паникой, скованный страхом. Крики о помощи остаются без ответа. На наших глазах мир становится чуждым, страшным, противоестественным местом. И у меня нет ни надежды на лучшее, ни сил что-то исправить. Раньше у подобных историй был счастливый конец. Но сейчас я вам этого обещать не могу. Я знаю лишь одно. Нашему городу нужны герои. И нет, не спешите мне названивать. Я не имею в виду людей-пауков. Я имею в виду правительство и избранные власти, которые обладают возможностями что-то сделать. А костюмы оставьте для Хэллоуина. Сейчас нам нужна армия.
Овсянка, сэр. Простите. Эй, сообщение таинственного отслеживателя ботов. И что там? Пока не знаю. Там странный синтаксис, да еще и пробелы в коде. А я разберусь. Мне только нужен еще один кофе со льдом. И кексик с черникой. Гнездо? Надо взглянуть. Где сердце гнезда? Подвину машину. Легче не становится. Подвину машину. Сосредоточься! О, спасибо, Человек-паук. Будьте осторожны. Thank you.
Еще гнездо. Меня от них трясет. Звуковая бомба готова? Я? Вроде тоже. Не подпускать их! Спасибо, паучок. Не за что. Спрячьтесь в тренажерном зале и не вылезайте. У нас тут бродяга. Сектантов нет. Похоже, они следили за вон той свалкой. А тут какие-то сожженные бумаги про Аскорб. Надо туда спуститься. Так, они еще только готовятся. Но это не похоже на технику Аскорб. Что они... Багровый час приближается, мои угольки. Вы чувствуете? Они достойны. Почувствуй. Столько невинных людей. Надо обезвредить бомбы, пока никто в тех зданиях не пострадал. Я справлюсь. Так вот, что это за багровый час. Они хотят сжечь Бруклин и всех в нем. Ты перевела стрелку? Да, только вернулась. Все готово и по расписанию. Их замешательство нам очень поможет.
Мы все знали, что этот день настанет. Точнее, не настал, а не настал. Взгляните, они в квартирах, домах, на улицах игнорируют знаки, очевидные нам. Наши видения верны. Как же омерзительно находиться среди этого невежества. Одна есть, куча осталась. Все навсегда закончится. Надо спешить. Не знаю, сколько времени осталось. Уже поздно всех эвакуировать. Одна бомба на крыше способна уничтожить все здание. Недостойные в этих домах уже должны были бы нас заметить. Они... Все равно красно уже, надоело! Маяк Глупцов прибыл! Мните себя достойными! Так маяк Глупцов наконец показался! Чудесно! Ага, я уже чуть-чуть говорю. Что же мое пророчество не сбудется? А вы не подождете, пока я бомбы обезврежу? Сложно делать два дела сразу. Бомбы отключились! Класс! Юрий! Смотрю, ты не передумала! Насчет спасения жизни? Нет! А ты? Нет! Не люблю напрасных смертей! Пламя! Смотри, ты не напишите, Юрий! Сколько бомб осталось? Не знаю! Я обезвредил 4! Но могут быть еще! Такое ощущение, что это начало багрового часа! Я не промахиваюсь. Я смотрела местность до этого и так и не смогла понять, откуда он вещает. Можем поискать его вместе, когда закончим тут. Поищи мою зажигалку. Он спер ее у меня в больнице. Расплачивайся за грехи, Рэй! Готовься сгореть! Никто не будет застоять, пока мы не оставаемся! А я тут, конечно, на Рэй! Что-то тут не так. Это момент, которого он ждал!
Если хочешь уйти, уходи! Как закончен с ними, и я найду его! Не мешай мне! Ну уж нет! Неплохо. Ты сейчас поешь, уголек! Можно ведь не опускаться до насилия! Видимо, нельзя!